Янина, здравствуйте. 6 лет проект успешно презентует себя в Беларуси. А можно ли говорить о том, что за эти годы проект приобрел и собственное лицо, и свой круг постоянных дизайнеров, и, возможно, даже своего зрителя? Безусловно, за 6 лет работы проекта «Беларусь Fashion Week» и всех людей, которые вовлечены в данное мероприятие, результаты очевидны. Белорусские потребители, белорусские женщины и белорусские модницы сегодня одеваются не только за границей. Они предпочитают носить одежду белорусских дизайнеров, также белорусских марок. Благодаря Беларусь Fashion Week люди могут выбрать как дизайнеров, которые работают в единичном формате, так и с дизайнерскими линейками одежды, уже брендами, которые имеют свои собственные магазины. Поэтому на подиум Беларусь Fashion Week презентуются как дизайнеры-художники, как мы разделяем для себя, так коммерческие дизайнерские бренды, так и предприятия и марки массовой одежды. Традиционная неделя моды в Беларуси презентовала как коллекции отечественных, так и зарубежных дизайнеров. А насколько достойно выглядели на фоне зарубежных дизайнеров белорусские дизайнеры? Абсолютно конкурентоспособны, достойны. Белорусские марки всегда презентуются на подиуме Беларусь Fashion Week. Отмечу, что прямой конкуренции площадка недели моды не создает. Это не конкурс и не фестиваль. Это возможность презентовать свою коллекцию конкретно для своей узкой группы посетителей, для своих клиентов. Каждый час недели моды мы создаем новое фэшн-шоу, куда приходят абсолютно другие гости. Самое главное, что такое Беларусь Fashion Week, это профессиональная бизнес-платформа. И все-таки в рамках Беларусь Fashion Week состоялся конкурс молодых дизайнеров. Конкурс молодых дизайнеров New Names Belarus Fashion Week создан с 2010 года, как мы называем сайт-проект «Неделю моды», для того, чтобы постоянно находить в учебных заведениях более талантливую молодежь, работать с ней и давать возможности презентоваться на подиуме с уже известными марками. У нас всегда есть задача на эскизном туре выбрать примерно 10 дизайнеров. Мы выбрали 16 в этом сезоне. И по итогу на финал мы оставили 6 коллекций. Они уже были все сильные. Практически у всех дизайнеров, кто бы ни стал победителем, была история, которую маркетологи могли бы потом использовать. Одна из участниц, она использовала остатки трикотажных материалов. Как она сказала, я могу вам переработать весь склад. Ведь это так важно, использовать то, что уже есть. Ведь сегодня во всем мире очень широко поднята и остро поднята тема загрязнения окружающей среды. Расскажите, пожалуйста, о благотворительной составляющей Беларусь Fashion Week. Kids Fashion Days, показы детской моды, всегда был направлен на оказание помощи детей, нуждающихся в финансовой поддержке. Каждый человек может получить бесплатно пригласительный на белорусскую неделю моды, на программу Kids Fashion, но нужно положить минимальную сумму в благотворительную коробку. Так мы стимулируем людей быть действительно милосердными и чуткими к чужой беде. Янина, спасибо вам большое за интересную беседу и с нетерпением ожидаем 14-го сезона Беларусь Fashion Week.